Городские власти решили провести полное обследование морозовских казарм. Администрация Твери выбрала подрядчика, который за 3,5 миллиона рублей проведет осмотр нескольких жилых домов во дворе пролетарки. Обследованию подлежат дома под номерами 17, 47, 118, 119, 122 и 156. Все они памятники архитектуры, которые от времени рассыпаются на глазах. Главная задача обследования – рассмотреть вопрос о признании домов требующими реконструкции, консервации, реставрации, капитального ремонта. Подрядчик должен провести полное обследование фасадов, кровли, стен, перекрытий и подвальных помещений. Свой вердикт о том, можно ли сейчас в морозовских казармах жить, компания должна озвучить городским властям до 31 января 2020 года.